Новгородский районный суд сегодня избрал меру пресечения для полицейского, подозреваемого в совершении смертельной аварии на Сырковском шоссе. Следствие ходатайствовало о его аресте. Сергей Мудла, обвиняемый в совершении ДТП, в результате которого погибла женщина, на момент аварии служил в полиции в звании майора. Если точнее, в должности старшего оперуполномоченного межмуниципального отдела МВД «Новгородский». Учитывая именно это обстоятельство, при избрании ему меры пресечения следователь ходатайствовал заключить Сергея Мудлу на время расследования под стражу. С такой позицией согласилась и сторона гособвинения. Орган следствия полагает, что, осознавая, поскольку обвиняемый имеет высшее юридическое образование, он фактически осознает степень своей вины, понимает, какое за это предусмотрено наказание, и может скрыться от органов следствия и суда с целью избежать наказания. Предварительным изучением материалов, представленных вместе с ходатайством следственного органа, установлено, что оно является законным, обоснованным, и поэтому прокуратура, в принципе, планирует его поддержать. Напомним, авария произошла воскресным вечером на Сырковском шоссе. По данным госавтоинспекции, около 21 часа легковушка «Хонда», за рулем которой находился Сергей Мудла, вылетела на полосу встречного движения и столкнулась с Нивой. В результате аварии пассажир Нивы, женщина 63-го года рождения, скончалась на месте. Двое детей, 8 и 9 лет, с различными травмами были доставлены в больницу. По официальной информации, сразу после аварии полицейский отказался пройти тест на алкоголь. Впоследствии подтвердилось, что за рулем он был нетрезв. Сегодня обвиняемый и его защитник просили у суда избрать меру пресечения в виде домашнего ареста. Прошу ходатайствовать, чтобы у меня под домашний арест, для того, чтобы мог помочь семье пострадавших, как морально, так и материально. Просто дома будет это мне более... помочь. Возможность будет. Свою вину признаю полностью. Ознакомившись с доводами сторон, суд принял решение заключить Сергея Мудлу под стражу до 2 августа.